Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, это у нас Нио 2, джойстик отвалился, джойстик подвалился. Так, я что подумал, немножко я передохнул, понимаете, в чем беда? Надоедает такая долгая миссия, ну типа серьезно, у меня лично пердак горит, врать не буду, может я, конечно, какой-то особенно неодаренный, но пердак у меня горит ого-го, вот честное слово. Найс, хорошо живем. Ниндзя какой-то делает мне какие-то анусай разрывай, но мне пофигу. Мой анусай крепок, знаете ли. Забей, добей. Что за лисица? Откуда лиса пришла? Мать твою. Что происходит вообще? Блин, лисы пипец душные. Никогда я не знал, как с ними драться. Паскуда сутулая, я тебя удалю из этой игры, тварь. Он просто за лису спрятался и думает, что он такой умный. А что так он... А, у меня замедлелка. Убей его! И медленный персонаж мой, сутулый такой. Кто это? Это девка какая-то, блин, она душная. Я тут сейчас с напарником такую еле одолел, а вы меня раз на раз с ней кидаете. Ну как так-то? Хорошо, что я очень сильный. Опа, вот этот черт душный. Но без рога он, короче, это уже. Монорог. Душная херотень. Не помню, что они умеют. Сейчас попробуем навалять ей. Один хит. Хорошо, кое-как. Так, боги, мать твою, это что такое? Сюда. Ля какая грудастенькая, а? Ни хрена себе. А это как такое произошло? Чё у меня стойки постоянно слапаются? Я не понимаю. Сюда, так, осторожно. А я вообще ее не помню, кстати. Максимально сучий поступок со стороны игры. Я сделал у ворот. Но... Ну, серьезно, ну как это мансить? Ну, объясните мне, как? Я считаю, это кусок дерьма. Со стороны разрабов. Извините, конечно, но... Блин, какая душная тварь. Сейчас, наверное, возьму попью. Они рандомно бьют, или я как-то могу посмотреть хотя бы, куда это примерно бьет? Видимо, не могу. Хочу сказать, что дамага слишком как-то мало по ней заходит. Конечно, мог бы забафаться вот этой штукой. И пилюлю бахнуть еще на силу. Ну все еще дамага не очень-то много. Здесь особо и не поймешь, какую сторону мансить. Потому что как-то все так непонятно. А закидать я могу, мне кажется. Не, не могу, мало дамага. У меня еще фрэг дэс на всякий случай есть. И вот как понять, сбил я яйки, не сбил я яйки, чтобы она пошатнулась. От чего, блин, это зависит? Ну и чё? Ну и соснул ты, босс, просто. Взял и это. Как ты любишь. Еще один будет, наверное, да? Нет, и гля. Пипяки вылезли. А, я не знаю, что вам выкидывать, честно. Мне как бы нет желания вот тратить время вот на менеджмент вот этих вот вещей. Потом на высокоуровневых, да, но сейчас-то какой в этом смысл? Просто тупо трата времени. Почему разрабы не продумали это или как-то эту систему быстрее не сделали, я не знаю. Вообще, по-моему, разрабы особо не думали, когда они Нио 2 делали. Давайте будем честны. И не предвзяты, самое главное. Попробовать? Я, конечно, вряд ли одолею. Да пусть меня они завалят, эти говнодемоны. Да завалите уже меня. И что за мучительно и долго это все происходит-то так? Вроде казалось, отдохнул, не буду злиться. Не, нихера, это же Нио. Как в Нио-то не злиться? Ну вы серьезно. Лок цели вообще не хочет меняться, я не знаю почему. Ну просто по приколу, ну вот как бы есть лок цели, но он не работает, не знаю почему. Шот, короче, разработчики как всегда намудрили. Чё за черт? О, нихера себе, это Тенгу, мать его, да ну нахер. Вы серьезно хотите, чтобы я с Тенгой дрался? Он сейчас бахнет меня, я сделать ничего не могу. Это причем какой-то демонический Тенгу.
От этой херни можно уйти, окей. Шон ногой так больно бьет, но это без вариантов. Я обосрался. Повезло. Не повезло. Блин, я думал, хватит хпшки. Блин, Тенгу, конечно, еще тот сатаняка. О, как с этим-то драться? Вы знаете, на Ксеркса похож. Такой же в цепях, помните, в 300 спартанцев? Ну, типа пародия была, такой весь в цепях. У него еще, по-моему, сосок на степлере держался. Я не помню, откуда я это помню. Но вот чем-то он мне Ксеркса напомнил. Хотелось бы отметить, что это уже выглядит непроходимым. Причем непроходимый говня... говной, вот так это выглядит, да. Полечись. Почему он какой-то каменный стал, как будто? Охеренно, лежачих же тут бьют. Тут лежачих просто на лице сидят у лежачих, понятно. Не, кто мне скажет, что баланс есть в Нио-2? Иди сюда, я расскажу тебе, что это не так. Баланс в Нио-2 нет, его забыли нарисовать, его просто тупо нет. Что такое баланс в Нио-2? Это то, чего нет, понимаете? Как хорошего рандома нигде нету, так и баланса в Нио-2 тоже нету. И лока цели в Нио-2 нет, вообще все через жопу в Нио-2. Вообще нечитаемая атака, вообще нечитаемая атака. Как это можно увидеть? Алло, объясните мне, как? Сосать, демон. Ну шо, гэнгста мелкий. Не помню, как с ним драться, честно, не помню. Сейчас буду пытаться вспоминать. Просто застанлочился. Ну тоже, что это за говно? Почему он меня сбивает, я его не сбиваю? Почему? Почему он меня спокойно сбивает, я его вообще не сбиваю? Что это за мразина? В жопу иди, пес. Я 100% идеально увернулся. Идеально я, сука, увернулся. Но нет. Игра говорит, братан, ты сосешь. Я просто хочу полечиться, дай мне полечиться. Охеренно она змею задоджила. Ну что, драться что ли с тобой, а как? А хер знает. Конечно же у меня... Да блин, ну дайте передохнуть-то, ну что за уроды это сделали? Надо лоб ему сбить нахер. Блин, ты смотри, как шустрый, а. Прям по горбу ему надо дать, ну нихера же не получается. Тупое, неуправляемое дерьмище. Ты хочешь отбежать, ты пытаешься снять лок цели. Когда этот обоссанный, обрыганный лок цели тебе не нужен, он, сука, всегда будет держаться на противнике. Он всегда будет держаться на противнике. Когда тебе нужен лок цели, ты, сука, подойдешь в упор. Ты просто лбом стукнешься в противника, но этот мудацкий лок цели никогда, сука, не возьмет того, который тебе нужен. Тупо говно из говна. Ну, в общем-то, я снова успокоил свой анусай. И сейчас постараюсь на самых спокойных щах все сделать, провернуть. Надеюсь, получится.
Так, лок цели, не уходи. Чтобы вы понимали, я сижу вот тут как бы это и стараюсь не сгореть просто нахер. Честно пытаюсь, но пока получается, пока все норм. По-моему, все произошло вверх ногами. Блин, как же они мне не нравятся, эти противники, ну прям серьезно. Больно в ноге, говорит маленький черт. Ой, блин, это Тенгу, я что-то забыл. Нам бы... Да давайте, наверное, сделаем вот так, что мы выделываться будем. Блин, он меня просто изнасиловал уже. А я вообще ему нуль урона. Zero DPS. А где? А куда моя это делась? И чертов Тенгу, иди в пень. Спину бы ему накидать. Я вроде доджил. Закидаем его. Сосать Тенгу. Не помню, кто сейчас. А, ну сейчас такое еще не самое опасное. Не помню, что с ним делать. Нихера себе урон. Джонни 2. Нормально. Нормально урон такой, брат. Не, а типа по приколу. А как это контрить-то? Не, я хер знаю. Честно, я хер знает. Это какой-то трындец. Это все с нуля теперь? Так, может он не любит молнию? Давай молнию сколдуй быстренько. Я вспомнил, как духа менять наконец-то, блин, не прошло и полгода. Сосать просто, демон, просто сосать. А что с хпшкой? Надо поискать хпшку. Вот тут может быть, кстати. Да, 4 штуки, найс. Теперь бы успеть это взять. Блин, и что делать-то с этим? Дядя, не бей, страшно же. Это фейки были, ахаха. Сюда, иди, псина. Так, ну что, боюсь тебе подходить, что пипец. Ну надо, надо подходить. Что кто, как говорится, если не я? Может, я просто нахер закидаю? Музыка такая дерьмовая, металл, закосы под металл. Я просто тебя закидаю, все. Отдыхай, красивый мой. Че, гадюка-то не вылетела? Аниме не было. Обосрался, обосрался космически, просто обсер. Обсер без регистрации сейчас был. Так, ладно. Мне сейчас уже очень сильно дамага не хватает. Очень сильно дамага не хватает. Прям очень. Знаете, наверное, я не затащу. Я на вот этом каменном очень много всего всрал. Очень. Я не знаю, как иначе это можно было провернуть. Я, конечно, могу Uber Defense бафнуть себя сейчас. Я не знаю, что с ней делать. Она тупо меня настилает. Тупо разрывает Анусай. Так, сейчас нужно очень-очень надеяться, что мне что-нибудь выпадет хорошее. Лечиться будешь, дрянь сутулая? Пока бафы есть, надо ему рог сломать попробовать. Но рог-то не ломается, какого-то хера. Ну сломай, хорош, красавчик. Тупо рог ему отбил. Черту этому сутулому кудрявому. Ну, блин, без вариантов, понимаете? У меня... Я не знаю, честно, чего мне не хватает. Здесь просто тупо гипса не хватает. Ну, если мне дальше так получится, не получится, я просто позову на помощь. Ну, это просто... Это трындец, сорян. Я тупо ронял их рот.
Вот лог цели. Я 8 раз нажал кнопку смены. Ни хера не меняет. Ну потому что дерьмо это все сделано. А не игра это. Саран, злюсь, не надо злиться. Зачем бафаться, когда можно не бафаться, действительно. Блин, ну этот Тенгу слишком жирный, слишком, ну просто без вариантов. Я боюсь его. Сейчас он прилетит, я такой об за него и начинаю ему анусай растягивать. Докину, наверное, его просто. Так, этот есть? Сучара сутулая, какой же ты дерьмовый Тенгу, мать твою. Просто, блин, не могу, слов нет. Просто не могу. Блин, я не хочу консоль оставлять в таком состоянии, но я это говно не могу пройти. У меня уже пердак болит. Конечно, эта херня не самонаводится. Раскладка такая дерьмовая, более убогой раскладки управления я в 1000 лет не видел. Ой. Пойдем влетать, попробуем. Конечно ж ты попадешь, конечно ж ты, сучара, попадешь, никчемная. Просто в спину ему накидал. И это мне очень... Вот с этой как мразью драться, я честно не знаю. Просто удалил его на дамаге. Просто удалил. Найс. Что дальше, я не помню. В жопу иди, дрянь, сидит, говно свое опять наставил. А ничего, что как бы я их разваливать пытаюсь, вот этих духов его ссаных. Какое же дерьмо тут со сменой цели, это просто нет слов, я просто не могу. Это невозможно. Можно хоть чуть-то пожить, но слишком быстро, ну дяди, тети, мать вашу. Какого хера аниме нет? Ну какого хера аниме нет? Никогда. Какого, блин, мать его, хера? Ладно, Влад, не злись. Все хорошо, дружище. Знаешь что, мудила? Иди сюда. Что покажу тебе. Просто не знаю, как с ним разве драться. Серьезно, он убер... Глянь, ну что творит? Ну что за херня? Он просто меня насилует. И это еще не босс, блин, да? Даже босс еще вылезет. А, нет, это вся волна, охереть. Ну такое, честно скажу, это сложно уже. Это уже сложно. Давайте соберем все, что нам дают. Блин, этот металлический запил, как же он меня бесит. Серьезно, самая дерьмовая музыка, которая могла быть. О, может быть это последняя? Ну, пойдем, я сейчас развалю, я его примерно помню. Я примерно помню, как насасывать, так что все норм. Давай, мы в туза заходим. Сосать это Кимару.
Такое ощущение, что в каждом новом дополнительном задании Атакамару настолько ультимативной херней становится, что просто тупо нет слов. Ну, серьезно. Ну шо, сутулы? You wanna fight? Let's motherfucker fight. Блин, он нормально меня просаживает. Хера у тебя мечей, дружище. Пока душит. Ну я как бы увернулся 4 раза. Ну как бы кому какое дело? Я даже злиться уже не буду. Потому что уже сил нет. Просто потому что уже нет сил на это говно. Сука, кастуй магию, дрянь сутулая. Какое дерьмо, это не управление, это кусок дерьма, извините, пожалуйста, но тот, кто делал управление, просто пусть поест говна из моей, блин, лопаты. Не, это просто трында, это просто трында. Чтобы вы понимали, я сбил ему ки, я мог его вот этими перьями закидать за 2 секунды, но вы понимаете, что-то они сломались, раньше они работали, а сейчас они перестали работать. Мое почтение разрабам, мое почтение, патчи выкатим, патчи с говном, лопаты с говном просто вместо патчи выкладывают нам, нормально. Дед доест, как говорится. Ладно, рано или поздно я эту тварь одолею. А лог цели просто такой, ахаха, братан, хочешь я переверну камеру тебе? Ну, братан, ну хочешь камеру переверну? Ну, помнишь, как мы в садике прикалывались, я камеру тебя переворачивал, ты сделать ничего не мог. Ну, вот то же самое сделаю, хочешь? И вот и делает. Интересно, у него отличаются атаки от того, как Кима финальным был? Ну, в финале или нет? Не, мне в принципе говорили, что он душный. Ой, ну я не был готов, что он настолько будет душный. Ну ладно. Куда мы торопимся? Мы никуда не торопимся. Мы познали дзен, знаете ли. Ну шо, дерьмовый, появляйся. И я все всрал, почему? Да потому что в игре хитбоксы говной написаны, понимаете? Просто говном они писаны по бумаге. Хитбоксы эти ваши. Сейчас должна была быть атака с разбегу, но кому какое дело? Это же Нио 2. Зачем что-то делать, если это Нио? Правильно? Охеренно, охеренно. Ну тут я, наверное, обосрался опять, как бы, да. Почти не попал, кстати. Че, это говно будет бесконечно за мной бежать? Надеюсь, нет. Блин, как же меня бесит лог цели. Это просто самая дерьмовая часть вообще этой игры. Что за босс-вертолет? Вот как это мансить?
Ну и чё, и все, у меня шансов особых нет. Я уж как бы немножко обосрался. Надо дожать попробовать. И закидать-то нечем, самое обидное. По кругу бьет или как, я не помню просто. Блин, какая же неудобная смена, здесь просто трындец. Это же просто трындец. Сосать Атакамару, сосать. О, да. Вы чё там? Вы чё, сучары? Алло. Я, это прикол? Подождите, это прикол сейчас? А можно еще 12 боссов, пожалуйста? Я просто что-то не понял. Это точно это Атакамару или нет? Подождите, а где, когда смеяться, как бы? Ну, мне его пробить даже нечем, понимаете, что самое обидное. А он просто похеру. Давай попробуем его духом удалять, может быть. Без вариантов. Не, я сосу. Я сосу. Я въезжаю в стройку и сосу, короче. Сделай добивание. Слушайте, а дух-то хорош, дух-то хорош. Сколько еще будет Атакамар? Давай 15 Атакамар еще, пожалуйста, давай. А теперь let me speak from my heart. Я надеюсь, это финал этого даунского задания. Ё-моё. Нет, это не финал. Нет, подожди, тогда не надо мне ничего говорить от моего сердца. Какого хера он сюда пришел? Это какая-то пасхалка или чё? На кой хер ты сюда приперся, псина? Он, в принципе, гуманоидный, я может его и одолею даже, если получится. Но он что-то начинает лютовать. Пилюля силы, может, мне поможет, нет? Хильнусь лучше. Ужа позову. Есть пробитие. Почему он с копьем? И у него несколько пушек. Он то с катаной, то с копьем. Ну чё, кто еще? А, так вот. Знаете? Я не знаю, чья идея была сделать просто босс-раш. Напишите. Прям большими вот, ну как, начинаешь на задание идти, напишите большими буквами. Братан, сожрет тебя нахер, не ходи на это задание, дауны придумывали. Вот тогда я сразу подумал, типа, босс раш, до хера типа этих, там, не знаю, 800 плюс тебе уровень нужен, чтобы нормально, без проблем это пройти. У меня, смотрите, у меня сейчас 192 уровень, задание 146, по-моему. Меня дрочили просто, меня натягивали. Если бы с нуля каждый раз идти, я бы в жизни это не прошел. Считаю это задание самым говнястым из всех. Ничего легкого в этом нет. Да, вот это миссия. Какого хера Уильям приперся? Просто так, ну фан-сервис, фан. Вы же играли в первую часть, вот вам Уильям. Говной запахло что-то, чувствуете?
Ну надо же, как ты этих врагов в капусту рубила, вот это было зрелище, конечно, мне уже пора было перестать удивляться, но я все равно поражен тем, что ты жаждешь битв даже после победы над Атакамару, ты прирожденная воительница, сомнений нет. Локон самурая в жопу запихну себе. Извините, я злой, что-то прям безумно, я честно не специально, ну игра меня злым делает, простите, пожалуйста. Так, у нас 148 этот миссии, у нас теперь 147 вот этот. Ну и я пока перерыв сделаю, потому что у меня пердак горит, сорян. В итоге у нас произошла загрузка. Я тут немножечко отдохнул. Так, а что за обновление хижин? Давайте глянем. Посетители. Скорее всего, какой-то дух йокай новый прилетел. А он будет показываться? Что такое? О, это петух. Хо, это большой петух. Лёгкая, её жаль, вертеть нельзя. Ну и все, это вроде бы все, что было. Ладно. Нам не сюда. Давайте, наверное, в святилище сходим. Проточим что-нибудь. У меня дофига теперь амриты есть. Я не знаю, что у меня, честно. Наверное, навык давайте, пусть будет. Прям нормально так вкачались. И еще почти на левел хватает. Великолепно. А, и пойдемте тогда. Так, еще раз, можно мне прочитать? Там в заданиях дополнение. То есть дополнение это разные задания или нет? 148? 147. Знакомый свет. Великолепно, Саяхамару вновь охвачен сиянием, судя по нашим предыдущим приключениям. Это наверняка некое знамение. Думаю, клинок сей вновь зовет нас в путь. Да, я, наверное, извинюсь, то, что я так горел. Ну, вы понимаете, когда что-то не получается, ты винишь всех кого угодно, только как бы не себя. Но когда ты успокоился, принял взвешенное решение, как бы осмыслил то, что было, ты можешь как бы... трезво мыслить. Сейчас я попробую трезво мыслить, не гореть, как собака сутулая. Я правда постараюсь быть спокойнее и прошу извинить меня за чрезмерное горение. Слушайте, а не босяр или это? Серьезно, босс? Это Амидамару на коне? Офигеть, это походу Амидамару на коне. Ну, Саяхамару. Подождите, а это походу босс этого финального дополнения, нет? Можно я вот эту штуку сделаю себе? Ошибки совершаются. Хорошо, что я успел. Блин, это будет жестко. Хорошо, что я мастер воротов. У меня не было аниме, чтобы сделать эту атаку. Блин, пипец он страшный. Я не успел нажать ворот. Но я нажал как бы, но поздно. Пипец он душный. Я очень боюсь того, что это надолго затянется. Так, ну, хорошо, теперь-то мы знаем, что это пес. В принципе, если я не испытываю облажаний, то я сделаю все по красоте красиво. Но велика вероятность того, что я обосрусь немножко. Так что я постараюсь не делать это на камеру. Сделаем это за кадром, поехали. Все, победный трай. Да, это был не он явно. Как он не попал по мне, я не знаю. Слушайте, я почти урона не получаю. Я нажимал ворот, но слишком опять поздно. Что у меня с реакцией? Реакция ушла домой. Блин, ну как же он мансит? Я думал, он уже не попадет, а он попал, черт сутулы. Бьем пока. Ноги у него открылись. Ноги уязвимыми стали, отлично. Разбил ему анусай. Блин, хоть бы хпшки хватило, пожалуйста. Бей-бей, брат. Брат, бей его. Ломай его. Ломай ему. Псион, клади его на бок. Только не дай ему... Блин, псину, он успел поменять. А почему я на месте стою? Хиляться, жить. Надо было Амидамару выбирать. Так, ну слушайте, у нас есть все шансы его одолеть, кстати, как ребятенка просто. Нормально, найс. Блин, сытно. Он опасный, шо, пипец. У меня снова не та стойка была. Ну я его просто закидаю. Фух. Перья — мое почтение. Кто скажет, что перья — это плохо, я скажу, нет, перья неплохо. Я честно не знаю, как с ним легитимно драться. Так, кастет и экзорцист. Это, конечно, все хорошо, но нужно ли мне это? Так, эссенция души носитель кошмаров сюда. Ну и, видимо, идем вперед. Да? Подождите, а в каком тогда задании мне все это искать нужно? Вот эти дополнительные какие-то штуки-дрюки. Можно попробовать использовать книгу реинкарнации и что-нибудь перераспределить себе.
Знаете, Влада, хлебом не корми, дайте что-нибудь поперераспределять. Сложное слово. Попереспределять. Еще разок. Попереспределять. Нормально, закрепили. Свет Сахая стал нашим проводником сквозь столетия и позволил мне узреть исполнение моего самого сокровенного желания. Теперь тебе известна истина, и, увы, настала пора прощаться. Что ж, по крайней мере, есть место, где старые друзья могут встретиться снова. Так давай же воспользуемся этой возможностью, если позволит вечное течение времени. Мы с Судзукой будем ждать тебя на той стороне. Так, Судзука, это хорошо. А, с эффектом чего? Порча, заряд аниме, оружие пробуждено. Как понять, оружие пробуждено? Парализован количество амрита облик Йокай. Блин, прикольно, конечно. Его бы куда-нибудь воткнуть, но боюсь, мне не хватит. Давай попробуем в святилище. Бахнем, наверное, еще немножко навыком. Ну, чтобы души куда-то деть. Что у нас в чайном домике? Секунду. Назад. Может, какую-то награду забрать? Так, ну-ка, подождем. Я уже давно не заходил сюда. Очень давно. Так, красный, белый. Такого? Ага, красные победили. И что мы проиграли, походу? А что это для меня значит? Мы победили, ну хорошо. Не знаю, что это значит, но хорошо. Пусть будет так. Ну и получается все. У нас осталось сколько? Давайте глянем общую карту. Визуально два задания. Ну где-то около того. Получается следующее задание, 148-е, вот это. Там тоже какое-то дебильное задание, ну вы знаете. Подождите, так я их все прошел. Я все побочки пробегал, это инфосотка. Первый самурай, ну. Соберите три жареных сласти тан в заданиях дополнения. Первый самурай. Так, еще разок. Три жареных сласти тан. Вот знаете, как профессор в Симпсонах, не в Симпсонах, в Футураме говорил «Good news, everyone». Я говорю, у нас плохие новости. Я погуглил, нужно будет перепроходить вот это задание в поисках эликсира, потом еще рассвет демона, еще какое-то задание для того, чтобы собрать эти сладости. А делать это мы, наверное, будем, скорее всего, в следующей серии. На этом мы, скорее всего, закончим. А в следующей серии мы, получается, проходим вот это, стараемся пройти, ну и собираем эти сладости тан. И будем, наверное, завершать это дополнение наконец-то. И получается, мы пройдем все дополнение «Последний самурай» на 100%. Все, как мы любим. Было бы, конечно, идеально платину выбить в Неохи 2. Ну, блин, камон. Это очень душно. Сейчас я в преддверии хочу поговорить, вдруг тут кто-то новый появится. Но что-то мне подсказывает, мне нужно будет перетереть еще кое с кем. Так, мужик, с тобой ничего нового? Нет, у тебя нового нет диалога. Ну, здесь, походу, все те же самые. Можно с котиком попробовать перетереть. Ну, сила у тебя. Погладишь меня? О, давай, маленький котик. Люблю котиков гладить. Плюс счастье для котика. В целом месте так вот благодаря тебе. Это вроде было. Ладно. Давайте на этом мы закончим, наверное. В ближайшем будущем постараемся допройти и добить это все. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. Ну и как всегда, чтобы все у всех всегда получалось. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.